Полетели. Шквалистый ветер повредил 50 домов и 3 школы. ЧП произошло в минувшие выходные в Ивантеевском районе. В результате непогоды полностью без крыши осталась одна школа и 3 двухэтажных жилых дома. Остальные строения пострадали частично. Не меньший ущерб стихия нанесла жителям Духовницкого района. Там сильный порыв ветра поднял в воздух не только деревья и крыши, но и торговый ларек. Сооружение перелетело через дорогу и приземлилось на противоположной стороне улицы. К счастью, обошлось без человеческих жертв. В настоящее время идет устранение последствий стихии. Местные власти подсчитывают ущерб.